Вот мы сегодня сделали первый раз брошку. Это для парикмахерских, так сказать, специалистов. Ножницы, гребешок, так сказать. Но делалось все ради того, чтобы попробовать сделать иглу из стали и фиксатор. Обычный крючок. Работает. Мы замоделировали, в принципе, три вида фиксаторов подвижных, с подвижными частями. Отдали в литье, чтобы были у нас в наличии всегда. Но этот тоже работает, так что можно использовать и крючок. Два витка спирали и все. Скобу эту сделали из миллиметровой пластинки. Это тоже из миллиметровой пластинки. Пропилили под углом. Получился крючок. Стальная игла, в принципе, хорошо упругу сдержит. Но сложно, конечно, с балансом. Эта игла как ось вращения, и она искать надо правильное положение, чтобы не отвисала брошка. Камень закрепили глухой закрепкой. Ну, вроде нормально.